Остаются последние штрихи. Готовность школы на улице Шмидта 97%. Ход работ проверил глава округа Андрей Булгаков. В процессе завершения отделка помещений, устройства витражей, монтаж инженерных систем. Строители уже приступили к пусконаладочным работам. Весь процесс на финишной прямой. Как новый учебный год встретишь, так его и проведешь. Ученики и их родители, педагоги ждут с нетерпением открытия учреждения. Эта школа долгожданна. И уже с 1 сентября ребята будут учиться в новом, оснащенном современным оборудованием здании. Грызть гранит науки в просторных классах и лабораториях.